На сегодняшний день в России вектор развития местного самоуправления не может удовлетворять тех людей, которые хотят развития этого института, по той простой причине, что мы наблюдаем последние лет 10 огосударствление местного самоуправления, когда, собственно говоря, все, что касается решения местных дел, решения вопросов местного значения, в основном пытается осуществлять государство, ну, со своей колокольни, с точки зрения своего видения. Ситуация, когда государство пытается решать все за своих граждан и вместо своих граждан, на самом деле ничего хорошего в себе не несет. Ну, во-первых, просто в силу того, что не используется потенциал самих граждан, их возможности участвовать в решении вот этих общих дел. И этот потенциал, вот тот самый человеческий фактор, тот самый человеческий ресурс, на мой взгляд, может дать очень многое для того, чтобы этих услуг стало больше и эти услуги стали качественнее. А кроме того, большая проблема то, что государство, пытаясь само решать все эти задачи за граждан, ведет, формирует постепенно вот такой иждивенческий уклад. То граждане все больше и больше отстраняются от активного участия и попыток влияния на свою собственную жизнь, с удовольствием перекладывая эту ответственность на то самое государство, на того самого старшего брата, да, который патерналистски похлопывая по плечу гражданина, говорит: ну ты там особенно не волнуйся, мы тебе, как тебе надо, мы знаем, и столько, сколько тебе надо, сколько мы тебе определили, мы тебе дадим.